Всем огромный привет! Сегодня готовлю рулетики в сливочном соусе. Такие вкусные, сытные, горячие рулетики украсят стол в любой торжественный день или можно просто подать на обед, дополнив гарниром. Поверьте, родные будут вам благодарны. Итак, приступаем. Берем куриную грудку, у меня 500 грамм, и разрезаем на тонкие пластинки. У меня получается разрезать на 3-4 пластинки одну половинку. Теперь мясо хорошо отбиваем с двух сторон. Солим с двух сторон, добавляем специи по вкусу. Я добавляю черный перец и сладкую паприку. Равномерно распределяю. Оставляю на минут 20 замариноваться. За это время приготовим начинку. Одну небольшую морковь сырую натрем на мелкой терке. Твердый сыр примерно 80 грамм натрем на мелкой терке. Кладем в миску, добавляем 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс для чеснока. Добавляем 1 столовую ложку сметаны и перемешиваем. Подсаливаем по вкусу, начинка готова. Теперь берем пласт мяса, кладем на край начинку и заворачиваем в рулет. Закрепляем деревянной шпажкой. Все то же самое проделаем с остальным мясом. Берем сковороду, наливаем немного растительного масла и хорошо разогреваем. Кладем рулетики и обжариваем на сильном огне с двух сторон, примерно по 1 минуте с каждой стороны. Нужно это сделать быстро, чтобы не начал таять сыр. Теперь берем противень. Я беру форму для выпечки фирмы Талер. Диаметр моей формы 26 см. Кстати, у таких форм двухслойное антипригарное покрытие, а удобные силиконовые ручки предотвращают выскальзывание. Из рулетиков убираем шпажки и кладем швом вниз. Приготовим заливку. Берем один плавленый сырок, натрем его на мелкой терке. Кладем в миску. Добавляем 2 столовые ложки сметаны. Немного соли, 1 зубчик чеснока пропустим через пресс для чеснока. Вливаем 50 мл горячей воды и перемешиваем. Заливаем соусом рулетики. Ставим в разогретую духовку и готовим при 200 градусах 20-25 минут или ориентируйтесь по своей духовке. На гарнир я сегодня отварила спагетти. Хочу вам напомнить, что официальный интернет-магазин посуды Талер посудаталер.ру специально предоставляет скидку для моих подписчиков 15% по промокоду Наталья. Ссылка на магазин и все подробности смотрите в описании. Кстати, этап обжарки рулетиков можно упустить, и тогда не нужно скреплять их шпажками, а просто уложить швом вниз и залить заливкой. Подаем с гарниром, полив вкусным соусом. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!